Мастера мистификации Где еще развернуться обману, как не в искусстве, построенном на воображении? Там и без мистификации порой не разобраться, где жизнь, а где вымысел. Казалось бы, единственное незыблемое лицо среди всего этого творческого хаоса сам автор с его жизнью и смертью, воззрениями и вкусами. А нет. Даже авторы порой склонны прятаться за спины множества вымышленных лиц или сочинять труды от имени некогда существовавших на земле философов и писателей, которые едва ли могут против этого возразить в силу своей древности. Мы знаем, что потомки писателя Конан Дойла ревностно отбирают тех, кто намерен воспользоваться таким мощным брендом, как Шерлок Холмс, для публикации своих произведений. Но где потомки Платона, Гарация или Анакреона? И тем более потомки полумифического Пиндара или легендарного Осиана? Они уж точно никого к ответу не призовут. А ведь случаются и куда более странные курьезы. Появление новых авторов, созданных воображением самих поэтов, художников, музыкантов. Где найти этих? Черубину Габриак, Эмиля Ажара. Эдди Бурпа. Разве что в шкафу, письменном столе мастерской художник В пьесе Луиджи Пиранделла шесть персонажей ужили и отправились искать автора, которого никто не знал. Но и в жизни такое случается. В этой связи нельзя не сказать еще об одном феномене. Ладно бы уж эти забавники-мистификаторы находили и свои дневники на пыльных дорогах мира, как это делал писатель Мериме. Мэ или придумывали кораблекрушение, как мошенник Врен Люка. Но каким образом рукописи неожиданно отыскиваются в анналах британской или парижской национальных библиотек? И ведь до сих пор что-то находят, как будто речь идет не о крупнейших книжных собраниях Европы, а о пещерах со сталактитами и сталагмитами или необитаемых островах, где не ступала нога человека. Существует ли там такая вещь, как инвентаризация? Интересно, как можно работать в этих книжных собраниях и веками ходить мимо сокровищ? Вспомним, как в конце XX века было установлено авторство загадочного произведения ⁇ Роман с кокаином ⁇ написанного в 1934 году. А неизвестный договор по поводу публикации португальских писем обнаруженный в парижской библиотеке лишь через 200 лет. Воистину исследователи не любят ходить в архив. Возможно, они еще и не любят читать. Иначе как объяснить столь странное открытие того, что десятилетиями и веками находилось прямо под носом? Один из мистификаторов, французский писатель Ромен Гари, создавший несуществующего автора Эмиля Ажара, так прямо и сказал. Тогда подозрения впервые пали на меня. Но меня это не беспокоило. Я знал, что эти дамы и господа не станут заниматься своим прямым делом и сравнивать текст. Исчезновение Кристофера Марло История одного из самых известных и поныне любимых британских драматургов, Кристофера Марло, неразрывно связана с биографией Шекспира, которого считают его младшим товарищем. Говорилось и о том, что Марло покровительствовал Шекспиру. На этих сведениях даже взошла удивительная версия о косвенной виновности Шекспира в гибели Марло. Например, американский фильм «Влюбленный Шекспир» объясняет гибель Марла тем, что на его месте должен был оказаться Шекспир, посмевший влюбиться в чужую женщину. Но Марло благородно подставил грудь. Разумеется, это романтизированный вымысел. Но тайна Марло, убитого при весьма загадочных обстоятельствах в трактире, остается. Как и версия о том, что он на самом деле вовсе не погиб, а сам подстроил всю эту историю с дракой, чтобы исчезнуть. Позднее возникла еще одна нелепая версия, что именно Марло был тем секретным узником в железной маске, которого по приказу Людовика XIV держали в заточении. Утверждали, что автором шекспировских произведений был Кристофер Марло. Об этом писал журналист Гофман в книге ⁇ Человек, который был Шекспиром ⁇ 1955 год. По официальной версии Марло был убит в трактирной драке в 1593 году в возрасте 29 лет, через год после появления в Лондоне Шекспир. Однако, по версии Гофмана, был убит совсем другой человек, а Марло продолжил писать пьесы под именем Уильям Шекспир. Марло был сыном сапожника, но сумел получить степень бакалавра, потом магистра в Кембриджском университете. Такое могло произойти из-за секретной деятельности молодого человека, которая до сих пор полностью не изучена. Еще в университете он служил в ведомстве Олсенгема и пользовался привилегиями, ему прощались отлучки и прогулы. Видимо, блестящие способности и особенности характера Марло способствовали тому, что он выполнял особые поручения британской секретной службы. Кстати, он был не единственным агентом в литературной среде. В их числе называли шотландского поэта Энтони Мэнди, драматурга и актера Мэтью Ройстона, рано умершего талантливого драматурга Уильяма Фаулера и Бена Джонсона. О тайных привилегиях Марла свидетельствует еще один эпизод. 18 сентября 1589 года Марло должен был драться на дуэли с неким Уильямом Брэдли. Марло пришел на место назначенного поединка со своим другом, поэтом Томасом Уотсоном. Брэдли решил сначала драться с Уотсоном, сочтя его несерьезным противником. Однако Уотсон нанес ему смертельный удар. Через несколько дней было установлено, что Уотсон убил Брэдли в порядке самозащиты. Марло и Уотсона отправили в тюрьму до очередной сессии суда — но Марлу через неделю выпустили под залог, а Отсон остался в тюрьме еще на пять месяцев. Кстати, с 1587 по 1593 год Марло обладал неплохими деньгами, что говорит о финансировании тайного агента. В таком случае устранение Марлу было бы вполне объяснимо, если он знал что-то лишнее и чрезвычайно секретное, а наилучшей провокацией, скрывающей все следы, была массовая драка в трактире. Почему Марло приписывали пьесы Шекспира? Конечно, потому что он был опытным драматургом, бравшимся за серьезные философские темы, например, за историю доктора Фауста. Смелость в нем была необычайная и для приверженной порядком Англии весьма опасная. В феврале 1587 года Марло исчезает из Кембриджа, не сообщив никому, куда уехал. Вернулся он лишь в июне. Когда руководство университета попыталось выяснить, куда он исчезал, из столицы пришло требование прекратить неуместные допросы. Предполагается, что Марло был за границей с секретным поручением. Он выдавал себя за католика и инспектировал в Германии центры вербовки англичан, готовящие католических священников о создании католического подполья в Англии, Марло узнавал легко, выдавая себя за противника королевы Елизаветы. Впоследствии он стал оппозиционером, когда его вольнодумство стало слишком заметным. Марло обвиняли в атеизме и хотели отдать под суд. 20 мая 1593 года его вызвали на заседание Тайного Совета. Арестован он не был, но обязан был каждый день посещать канцелярию и отмечаться там. Возможно, его не арестовали именно потому, что сочли более удобным устранить его. Через десять дней он был убит. За это время суд получил дополнительные факты обвинения. Впоследствии говорилось, что в момент получения этих данных обвиняемый уже три дня был мертв. Также в доносе упоминалось, что помимо сэра Уолтера Рейли и математика Гарриота, Обвинение будет распространено на других связанных с ними высокопоставленных лицами, на которых будут названы позднее. Совершенно очевидно, что все эти лица были заинтересованы в устранении Марла и прекращении процесса. Убийство произошло в Депфорде 30 мая. В те дни город был запружен лондонцами, опасавшимися чумы. Они снимали номера в гостинице и посещали трактиры. В их числе оказались карточный шулер Ингрем Фрейзер, жулик Николас Скирс и правительственный шпион и провокатор Роберт Пули. Спутником этих подозрительных лиц был Кристофер Марло. Они отправились на улицу депфорд стренд в трактир Элеоноры Булл. Гулять начали с десяти утра, то есть по протоколу следователя пообедали и после обеда мирно прогуливались, бродили по саду, примыкавшему к указанному дому, вплоть до шести часов вечера. Вслед за тем они вернулись из упомянутого сада и совместно поужинали. После ужина Марло лег на кровать, а преступная троица сидела на скамье к нему спиной. Кстати, эта сцена чрезвычайно напоминает сцену в трактире из Фауста. Потом они заспорили. Сидевший в середине Фрезер сказал что-то резкое Марло по поводу денег, они гуляли в складчину. Марло увидел нож, болтавшийся у Фрезера на ремне за спиной, выхватил его из ножен и ударил Фрезера рукояткой по голове. Фрезер успел схватить Марло за руку, а дальше Фрезер, вышеупомянутым кинжалом, стоимостью 12 пенсов, нанес названному Кристоферу смертельную рану над правым глазом глубиной 2 дюйма и шириной 1 дюйм. От смертельной раны вышеназванный Кристофер Марло тогда же и на том же месте умер. Эта история звучит фантастически неправдоподобно, хотя именно так она выглядела в протоколе полиции, составленном королевским следователем Данби. Приходило ли ему в голову, что такое развитие событий абсурдно? С чего бы это Марло вздумалось прервать свой отдых, вскочить с кровати и ринуться за кинжалом сидящего перед ним человека? если только он не был сильно пьян и взвинчен. Но даже в этом случае он едва ли пошел бы на такой опрометчивый поступок. Криминалисты считали, что нанесенные ему раны вообще было не смертельно. В течение долгого времени никто из близких Марло не знал, что с ним случилось. Говорили даже, что он заразился чумой. Убийцу задержали, но через месяц выпустили с формулировкой «самозащита». Судя по протоколу, это была правда, но даже в таком случае помилование пришло слишком быстро. Томас Олсингем, брат министра, умершего в 1590 году, взял убийцу Фрезера на службу, что тоже выглядело странно, поскольку Томас считался другом Марло. Фрезер прослужил у него 20 лет и выполнял весьма деликатные и не совсем законные поручения. Настораживает еще одно обстоятельство дела. Перед трагическим происшествием в мае 1593 года в Дептфорд приехал Роберт Пули, который только что вернулся из Гааги. Он должен был встретиться с Марло и его спутниками. Очевидно, им всем было дано какое-то поручение. И только этим можно объяснить, что такие несовместимые люди оказались вместе. Долгое время историки располагали только сбивчивыми показаниями современников и неясными слухами об убийстве. В 1820 году местный священник прислал на запрос выписку из реестра смертей. Там говорилось, 1 июня 1593 года Кристофер Марло убит Фрэнсисом Арчером. На лицо было разночтение имени убийцы. Но речь шла об ошибке. Священник плохо разобрал скоропись, принял в фамилии Фрезер, Первые две буквы заодно большое «А» и просто домыслил остальное. Так вышла фамилия Арчер. А в дальнейшей записи слово «Фрезер» превратилось в имя Фрэнсис. В 1925 году английский ученый Лесли Ходсон отыскал в Государственном архиве подлинник заключения, составленного следователем Данби, и приговор присяжных заседателей относительно убийства Марла. Присяжные сочли, что Марло был убит 30 мая 1593 года Ингрэмом Фрейзером, действовавшим в целях самозащиты. Убийство произошло в присутствии Скирса и Роберта Пули. Это заключение представлялось подлинно. Однако, по мнению Гуфмана, ошибка в имени была связана с попыткой замаскировать исчезновение драматурга под его убийство. Марло якобы пришел на помощь Томасу Уилсингем. Он инсценировал убийство, а для этого вовлек в заговор пули Фрезера, Скирса и следователя Данби, который вел дело из рук вон плохо и явно торопился свернуть его. Данби придумал имя Арчер, потом заменил его на Фрезер. Гофман считал, что какого-то заезжего моряка в суматохе выдали за Марло, а Марло, выждав время в имени Уилсингема, уехал в Европу и посылал в Англию тексты пьес, которые ставились под именем Шекспира. Действительно, произведения Шекспира стали появляться после 30 мая 1593 года, причем у его пьес было некоторое сходство с пьесами Марло, а отдельные эпизоды напоминали биографию Марло. Говорилось даже, что сонеты, посвященные В.А.Ш., были адресованы Уилсингем, Вспоминалась и сцена из комедии Как вам это понравится, где шут оселок произносил: Когда твоих стихов не понимают, или когда уму твоему не вторит резвое дитя разумение, это убивает тебя сильнее, чем большой счет, поданный маленькой компанией. Это было явным намеком на распрыв в трактире из-за поданного счета. В 1953 году в Кембриджском колледже Корпус Кристи где учился Марло, производился ремонт. Под слоем штукатурки, относившейся к более позднему времени, была обнаружена раскрашенная доска. Исследование выявило, что на ней изображен молодой человек. Гофман считал, что это портрет Марло, напоминавший портрет Шекспира из первого издания его сочинений. Гофман получил разрешение вскрыть могилу Томаса Уолсингема где, по его мнению, можно было найти рукописи Марла. В 1956 году могилу вскрыли, и Гофман воскликнул «Мы нашли песок! Нет ни гроба, ни бумаг, один песок!» Над Гофманом посмеивались, рассуждая о том, что организовать бегство Марла из Англии можно было и без громоздкой инсценировки убийства. Он не придал значения тому, что все участники убийства служили Фрэнсису Олсенгему, как и Марло. Это значит, что все они были секретными агентами, и задачей троих из них было какое-то важное дело или же убийство Марло, которое представляло опасность для секретной службы. Вполне возможно, что он владел какими-то секретами сэра Томаса Уолсингема, и тот опасался, что на допросе Марло его выдаст. В рассказе Юрия Нагибина над Кристофера Марло, можно встретить еще одну романтическую версию смерти драматурга, причем в качестве имени убийцы автор использовал именно фамилию Арчер. По сюжету убийцей является некий молодой богач Арчер, бездарный и недалекий поклонник популярности Марло. Нагибин подчеркивает, что Арчер тянулся не к таланту, а к славе своего кумира. Марло в рассказе как будто идет к своему закату он испытывает поражение на всех фронтах, и творческом, и любовном. В нем вяло развивается депрессия. На творческом фронте его потеснил Шекспир. На любовном такое ничтожество, как Арчер. Он посмел увлечь возлюбленную Марлу. Застав Катарину в объятиях юнца, Марло хватается за клинок. Очевидно, читателям это могло понравиться, но в сравнении со шпионской версией выглядело пошло и надуманно. Для хитрого Марла такой исход с Эгюльтером был бы просто глуп. И поклонник, убивший драматурга, а потом ухаживавший за его могилой, был чистым вымыслом в духе романтизма. Загадка Джоконды С Джокондой Леонардо да Винчи связано много мистификаций и тайн. Но самый главный всегда остается объект, расположенный на полотне. Кем была Джоконда? Странная, не отличавшаяся красотой женщина, улыбка которой сводила с ума миллионы людей. Самой революционной считается версия, что Джоконда — автопортрет да Винчи. Исследователи накладывали кальки на изображение и с помощью измерительных приборов доказывали, что параметры лица художника и изображенные им женщины совпадают. Это подтвердил и компьютерный антропометрический анализ. Начиная с XVI века, которым датируется полотно, никто не сомневался, что картина – это портрет Мадонны или Молной Лизы, жены богатого флорентийца Франческо дель Джокондо. Об этом писал и Джорджо Вазари, биограф Леонардо да Винчи. Он достаточно точно и в красках описал картину и то, в каких условиях художник ее создавал. Но описание Вазари было сделано со ссылками на первого анонимного биографа Леонардо, поэтому современные ученые не склонны были доверять его словам существовала версия, что на картине изображена Изабелла Арагонская, дочь миланского герцога Галиатсус Форца. Что это, дама с горностаем, герцогиня Констанца да Волос по прозвищу Веселушка Джоконда, мать кардинала Медичи, мать самого художника или просто некий идеальный образ, восхищавший да Винчи. Потом Джоконду стали считать юношей в женской одежде, например, учеником да Винчи Салаи. Впоследствии Салаи унаследовал картину. Ученые даже собирались сделать анализ ДНК из фамильного склепа Франческо Дель Джокондо и найти останки той самой Мадонны Лизы, чтобы понять, действительно ли она изображена на картине да Винчи. Другая группа загадок связана с лицом женщины на картине и, в частности, ее улыбкой. Долгое время исследователи не понимали, почему у этой Джоконды нет бровей и ресниц. Темные пятна в уголках глаз и на подбородке свидетельствовали о нездоровом организме. Француз Паскаль Котте изобрел мультиспектральную фотокамеру и сделал множество снимков Монелизы в разных цветовых спектрах. Он доказал, что брови и ресницы художник рисовал, но со временем масло и лак на картине выцвели, а пятна на лице это всего лишь результат повреждения лакового покрытия. Вначале улыбка Джоконды была четкой и выразительной, лишь потом потускнела. До сих пор никто не понял, как художник добился такой многозначительной улыбки. Это приписывали техники с фумато. Да Винчи писал картины мелкими мазками вдоль миллиметра используя практически прозрачную жидкую краску и, вероятно, лупу. Эту технику исследовал художник и реставратор Жан Франк. Благодаря такой манере письма художник добивался эффекта прозрачности и взаимопроникновения различных фактур и предметов на картинах. Возможно, именно поэтому улыбка героини да Винчи была столь загадочна. Были проведены социологические исследования с помощью компьютерного анализа. Они показали, что Джоконда на 83% счастлива, на 9% испытывает отвращение, на 6% боится и на 2% злится. Эта дама побывала и в Советском Союзе. Когда она была выставлена в музее изобразительных искусств имени Пушкина, к ней стояла на улице многотысячная очередь. Очевидно, дело не в красоте, а в загадочности. кто писал португальские письма. На выпуске этой книги ее издатель Клод Барбен заработал немало, потому что едва появившись весной 1669 года, она превратилась в бестселлер. Когда все экземпляры раскупили, пришлось допечатывать тираж. И Барбен был весьма доволен таким феноменальным успехом. Но о чем могло говориться в книге? который хотел читать весь Париж второй половины XVII века. Тем более, что португальские письма были эпистолярной повестью, жанром, который современный читатель не жалует. В XVII веке было иначе. Впрочем, все станет понятнее, если мы сравним почтовые послания с нынешними соцсетями. Живые журналы ЖЖ, то есть по сути личные дневники и открытую переписку в интернете, то есть блоги сегодня пишут и читают охотнее, чем литературную классику. Мало того, им верят. Во Франции той поры интернета не было, но было свое новшество. Не столь давно вошедшие в обиход почтовые бюро, с помощью которых жители обменивались письмами, ставшими почти единственным источником информации. Письма читались вслух, даже если это было личное послание, Описанные в них эпизоды вызывали смех или интерес. Например, фаворитка Людовика XIV Франсуаза де Ментенон или мадам де Савинье остались в истории прежде всего из-за своей обширной переписки, в которой детально описывались нравы французского высшего света. Однако нельзя не сказать о достоинствах португальских писем. Романтическая литература начинается с больших форм и заканчивается краткими, поскольку изменяется сам бег времени, его ритм. И португальские письма поразили всех своим лаконизмом, умением избегать длинных описаний и скучных монологов. В них не было ничего вычурного и искусственного, как во французских романах того времени. Самое удивительное, что в книге оказалось всего пять писем, сочиненных монахиней Марианной и обращенных к французскому офицеру, ее неверному любовнику эмоциональность текста необычные сочетания монахиня и офицер превратили брошюру в возбуждающий коктейль страсти для парижан того времени монахи не готова была отдать себя в жертву этой страсти она не столько упрекала покинувшего ее возлюбленного сколько радовалась счастью обретения сильного чувства понимая что любовь не вернуть живущая в монастыре девушка испытывала двойственные эмоции — горечь от потери любви и радость от воспоминаний. Радость ей доставляла и сама эта исповедь, возможность поведать о своих переживаниях, а виновницей она считала злую судьбу. Анонимность столь интимного сочинения была понятна читателям. То было не первое произведение без автора в силу общественных приличий но узнать о судьбе героев хотели все. В тексте оказалось два указания — имя Марианна и город Бежа. Имени возлюбленного не было, и это стало главной интригой. Издатель Барбен подлил масло в огонь, сообщив, что ему в руки попали копии писем, адресатом которых был служивший в Португалии аристократ. Но кто этот человек в письмах не говорился? Оригиналы писем были на португальском языке, а копии — переводом на французский. Но переводчик где — тоже неизвестен. Впоследствии переводчиком называли французского гасконца, офицера и поэта Гейерага. Дальше действие этой приключенческой истории перекинулось в германский город Кёльн. Там вышло новое издание писем под названием «Любовные письма португальской монахини, адресованные шевалье де Ша» французскому офицеру в Португалии. В этой книге было имя адресата — Шевалье де Шамильи. Поскольку существовал реальный маркиз де Шамильи, его сразу посчитали героем эпистолярного романа. Он действительно был волонтером в Португалии во время испанской кампании 1661 года, служил в чине капитана и принимал участие в сражениях. Потом, году в 1667 он стал командиром полка, расквартированного возле города Бежа. Судьба героя была известна. Он стал маршалом в 1703 году. Все совпадало. К этому делу постоянно добавлялись новые детали. Говорилось, что аббат монастыря пытался уничтожить письма монахини, а шевалье их спасал, в результате чего уцелело лишь пять. На успехи первого издания, затмившим популярность известнейших романов того времени, пытались нажиться все. Впоследствии Барбен издал продолжение писем, но, как всякое продолжение, они не обладали тем нервом, который привлек читателей в первой публикации. Их содержание сводилось к обычным тайным свиданиям. Издатель Луазон выпустил ответы на португальские письма который Шевалье якобы писал возлюбленный. Луазон утверждал, что письма предоставила настоятельница монастыря, скрывшая их от монахини. Но язык этих писем указывал на подделку. Почти век спустя Жан-Жак Руссо утверждал, что такие письма не могла написать женщина, поскольку ей не хватило бы изобретательности и таланта. С ним не соглашались Жан-де-Лабрюер, Шадерло де Кло и сент бюф В начале XIX века специалист по античности Жан-Франсуа Боссонат в издании «Журналь де Лампир» сообщил, что приобрел первое издание португальских писем, в котором оказалась надпись «Монахиню, написавшую эти письма, звали Марианна Алькафорадо из монастыря в Бежа, расположенного между Эстромадурой и Андалусией». Офицер, которому адресованы эти письма, был граф де Шамильи, тогда граф де Сен-Леже. В 1824 году эта книга, переведенная обратно на португальский, была включена в список литературных памятников Португалии. Ее исследованием занялись португальские специалисты. Было установлено, что монахиня жила в монастыре святого зачатия города Бежан. Литература Вет Кардейро в книге «Сестра Марианна, португальская монахиня», 1888 год, упоминала свидетельстве ее крещения. Из этой бумаги следовало, что родилась она в Бежа в 1640 году. За 29 лет до издания ее писем стала монахиней в 1660 году, а умерла уже, будучи аббатисой того же монастыря, в 1723 году. Когда она встретила свою любовь, ей было 23 года. Существовала версия, что познакомил влюбленных некий Балтазар, брат Марианны и однополчанин графа. Но в письмах упоминалась мать монахини, которой в реальности уже не было в живых. Также Марианна сообщает, что видит из окна монастыря город Мертолу, до которого было на самом деле 50 километров. Все это указывало на то, что кто-то другой писал историю монахини, но не знал этих местных деталей. И, наконец, лишь в 1926 году стало известно, кто был настоящим автором писем. Им оказался тот самый переводчик, гасконец Гейерак. Английский исследователь Ф. Грин обнаружил в Парижской национальной библиотеке королевскую привилегию от 28 октября 1668 года, по которой Барбену дозволялось опубликовать сочинение Гиерага. По сути, это был официальный издательский договор. Известие сильно разочаровало португальцев. У них отняли выдающийся литературный памятник их народа. Они еще долгое время доказывали, что произведение имеет португальское происхождение. Точку в этой истории поставил профессор Делофр, опубликовавший в 1962 году книгу «Португальские письма», «Валентинки» и другие произведения Гейерага. Книга включала стихи Гейерага, написанные в том же стиле, что и письма монахини. На самом деле установить авторство по стилю и деталям не так уж сложно. Удивительно другое. Если все с таким энтузиазмом вели расследование этого вопроса, то почему за несколько веков никто не обратился к документам Парижской национальной библиотеки? Афера мошенника Врен-Люка Письма знаменитостей, как и их автографы, никогда не упадут в цене. Падкими на такие диковинки могут быть даже вполне разумные и образованные люди. Страсть к коллекционированию сводит с ума многих. Случилось такое и с Мишелем Шалем, всемирно известным математиком, членом Академии наук, автором научных трудов, обладателем золотой медали Лондонского королевского общества и членом Берлинской, Петербургской, Брюссельской, Римской, Стокгольмской, Мадридской академий. Целых восемь лет, с 1861 по 1869 год, ему морочил голову человек, не обладавший даже долей того ума и образования, которыми обладал Шаль. Сам давно уже знаменитость, Шаль был помешан на собирании писем знаменитостей и готов был купить их за 140 тысяч франков. Афериста звали Врен-Люка. Он был сыном провинциального садовника, окончил лишь начальную школу, а свои бесценные навыки приобрел, читая книги в библиотеке и работая конторщиком у изготовителя генеалогических документов на заказ. Набравшись бессистемных знаний и научившись фальсифицировать документы, Врен Люка стал искать доверчивых простаков с деньгами. Думал ли он в то время, что обман заведет его так далеко и столкнется всей мощной машиной французской науки? Ему ведь хотелось всего лишь поживиться и собрать деньги с клиентов, как это делал его учитель-конторщик. Всего Врен Люка продал 27 345 писем, из которых пять с лишним тысяч оказались у академика Шаля, 622 письма Ньютона, 1745 писем Паскаля и 3000 писем Галилея. Эта история лишний раз подтверждает, что легче всего обманывать интеллигентов, в особенности творческих и талантливых. История, придуманная Врен-Люка, сводилось к тому, что бывший сторонник французского короля граф Буажурден бежал от революции в Америку. Он сел на корабль, но почти сразу попал в шторм и погиб вместе с судном. В спасательной экспедиции среди обломков корабля был найден сундук с коллекцией рукописей графа. Сначала наследники хранили эти рукописи, но после разорения семьи стали распродавать их, озаботившись лишь тем, чтобы об этом никто не знал, неудобно перед родственниками все-таки. Письма были написаны старинным шрифтом на бумаге, вырванной из старых книг. Аферист подошел к делу серьезно. Он подержал бумагу несколько дней в соленой воде, чтобы версия кораблекрушения выглядела правдоподобно. Академик набросился на письма с такой резвостью, что Врен-Люка принялся беззастенчиво доить его, все время увеличивая количество спасенных писем. Шалю даже не пришло в голову, что никакого Буажурдена ни на свете не существовало. Он не интересовался наследниками этого мифического графа, не спрашивал совета у коллекционеров. Аврен Люка придумал еще один маневр, чтобы окончательно убедить академика. Он продал ученому несколько редких писем, получил за них деньги, а потом явился расстроенный и попросил вернуть письма в обмен на полученные за них деньги. По его словам, один из наследников, генерал, был зол, узнав о случившемся, и запретил продавать письма. Это убедило Шаля, что письма подлинные, и отныне он боялся только злобного генерала. Тут Врен-Люка выступил дипломатом, и уговорил несговорчивого генерала продать уважаемому математику и другие письма из коллекции Буажурдена. Самым забавным в этом деле оказалось то, что Врен Люка, никакого языка, кроме своего родного, не знавший, фабриковал все письма на французском. Даже Галилея, Ньютона, Аристотеля, Александра Македонского и Клеопатры. Представить себе, что египетская царица писала Юлию Цезарю на французском языке, мог только сумасшедший. Поэтому мошенник утверждал, что это не подлинники, а старинные переводы из XVI века. Он отсылал своих клиентов в архив Турского аббатства, где якобы имеется указание на такой перевод. Позднее выяснилось, что в этом аббатстве ничего такого нет. Но Врен-Люка лишь развел руками. А что вы хотите? Сколько прошло времени? Оригиналы затерялись. Даже Людовик XIV, по его словам, включил эти переводы в свое собрание рукописей и передал наследникам. А Людовик XVI в годы революции подарил коллекцию тому самому графу Буажурдену, чтобы она не попала в недостойные руки и кабинцев. Замысел афериста был погублен лишь патриотическим тщеславием его доверчивого клиента. Ох уж эти французы! Математик устроил выставку своих сокровищ, чтобы доказать всем, что Франция ⁇ родина слонов. Он гордился тем, что закон тяготения был открыт Паскалем, а вовсе не Ньютоном. 15 июля 1867 года Шаль выступил на заседании Академии, объявив о своем открытии и представив доказательства. Письма матери Ньютона. Другие академики тоже пришли в патриотический восторг. Закон тяготения наш. Некий химик, разумеется, тоже француз. Сделав экспертизу писем, миссис Ньютон заявил, что они настоящие. Правда, несколько скептиков все-таки потребовали других доказательств. Что-то тут нечисто, говорили они, ибо, судя по дате написания первого письма, Ньютон в то время был двенадцатилетним школьником, так что невероятно чтобы паскаль доверил свое великое научное открытие такому мальчугану бросались в глаза и другие неточности анахронизмы которые ставили под сомнение подлинность писем включился в дискуссию англичанин сэр дэвид брюстер знаменитый биограф ньютона он прямо заявил что вся эта переписка фальсификация тем более что ньютон начал заниматься физикой намного позже а закон гравитации в период переписки Паскалю не мог даже сниться. Но счастливый обладатель писем, профессор Шаль, не потерял присутствие духа. Французским скептикам он сказал, что они плохие патриоты, и вместо того, чтобы помочь, только мешают. А против английского ученого выдвинул письма от Галилея. Итальянский ученый писал их юному Паскалю и, в частности, упоминал в них теорию гравитации. Из этого следовало, что Паскаль занимался гравитацией еще до того, как родился Ньютон. Шалю возразили, что Галилей был в то время слеп и не мог писать послание. Тогда математик продемонстрировал письмо Галилея на итальянском языке, в котором престарелый итальянец с радостью сообщал, что у него улучшилось зрение, и теперь он вновь может писать. Тут Шалю заявили о своеобразном плагиате. Письмо Галилея было скопировано из французской книги «История современных философов» некоего Саверьена, вышедшей в 1764 году. Шаль объявил, что все наоборот. Это Саверьен украл текст письма Галилея, о чем свидетельствует письмо Саверьена мадам Помпадур, в котором автор благодарит маркизу за возможность ознакомиться с письмами Паскаля, Галилея и Ньютона из ее коллекции. Все эти мгновенно появлявшиеся доказательства были взяты из безразмерного собрания в Рен-Люка. Сражения вокруг пресловутых писем из сундука продолжались два года. Шаль не желал объяснять происхождение писем, защищая тайну семьи Буажурдена. В конце концов, ему пришлось продемонстрировать свою коллекцию. Собиратели редкостей и антиквары с удивлением взирали на двадцать писем Платона и Сенеки, шесть Александра Македонского, пять Алкивиада, двадцать восемь Плиния, двадцать семь писем Шекспира и более сотни писем Рабле. Была там и любовная переписка Абеляра с Луизой, Петрарки с Лаурой и Клеопатры с Цезарем. Апофеозом стало предъявление писем Аттиллы и переписки Понтия Пилата с императором Тиберием. Но особенно патриотический академик гордился письмом Марии Магдалины, воскресшему Лазарю, в котором упоминались ученые Галлы. «Мой горячо любимый брат, что касается Петра, апостола Иисуса, надеюсь, что мы скоро увидим его, и я уже готовлюсь к встрече. Наша сестра Мария также рада ему, Здоровье у нее довольно хилое, и я поручаю ее твоим молитвам. Здесь, на земле Галлов, мы чувствуем себя так хорошо, что в ближайшее время домой возвращаться не собираемся. Эти галлы, которых принято считать варварами, совсем не являются ими, и из того, что мы здесь наблюдаем, можно сделать вывод, что свет наук разольется отсюда по всей земле. Мы хотели бы видеть и тебя, и просим Господа, чтобы Он был милостив к Тебе. Магдалина. Просьбу передать все эти бредовые бумаги для экспертизы математик отклонил. Разоблачение аферы произошло по вине самого Врен Люка, который попался на мошенничестве с имперской библиотекой. Полиция начала проверять его и обнаружила историю с сундуком буа из которого черпали документы многие известные люди Франции. Мошенник не без юмора заявил, что удовольствие, которое он доставил коллекционерам, и патриотическая гордость, пробужденная им во Франции, стоили полученных денег. Но его все равно осудили на два года. Покаянная речь академика на сессии Академии наук 13 сентября 1869 года поставила точку в этом деле. Пришлось отказаться от всех патриотических лозунгов и признать, что закон тяготения открыли не французы. А Мария Магдалина вовсе не была знакома с выдающимися галлами, которые, к слову сказать, в первом веке нашей эры были более озабочены восстаниями против римлян, нежели развитием наук. Драматургическое наследие Клары Газуль В мае 1825 года в одном из парижских издательств вышла книга, ставшая очень популярной. Она называлась Театр Клары Газуль и представляла собой сборник пьес, объединенных одним автором испанской актрисой. Пьесы были переведены с испанского на французский. А в начале книги были помещены портрет обаятельной молодой особы и предисловие переводчика Жозефа Эстранжа. Последний сообщал, что это произведение дони Клары Газуль, писательницы и актрисы, женщины с необычайной судьбой. По легенде Клара была дочерью цыганки из Тавара и правнучкой Мавра. Она воспитывалась монахом и инквизитором, который лишал ее развлечений, держал в строгости, а застав за сочинением любовного послания, заточил в монастырь. Будучи страстной и вольнолюбивой натурой, Клара под покровом ночи бежала из обители и, преодолев множество трудностей, стала актрисой. Она сочиняла пьесы против священников, и церковь возненавидела ее, а читатели полюбили. Пьесы «Газуль» были внесены Ватиканом в черный список, но переводчику удалось разыскать запрещенные пьесы и встретиться с писательницей. Она авторизовала переводы Эстранжа и дала ему еще не опубликованную пьесу. Поскольку французская публика полюбила романтизм, направленность пьес «Газуль» вызвала симпатии парижан. Критики отмечали изящество перевода. При этом никто не видел ни Клары Газуль, ни переводчика Эстранжа. Довольно скоро парижане разглядели в портрете Клары черты остроумца и любителей светских салонов Проспера Мериме и поняли, что это очередной его розыгрыш. Шутку оценили, а французского писателя даже назвали сыном Шекспира. Так писатель Мериме начал свою деятельность с удачной мистификацией. Надо сказать, создавались такие вещи и ранее. Предтечи романтизма считается возрождением. И в те далекие времена Джованни Боккаччо писал повесть от имени молодой дамы по имени Фиаметта. Однако она не была автором произведения, лишь его заглавной героиней и рассказчицей. Фиаметту беспокоила внезапно нахлынувшая любовь. Она еще не представляла собой самостоятельную общественную единицу, как Клара Газуль. Кстати, эту новую героиню, созданную Мариме, отличала еще одна романтическая черта, которая станет впоследствии клише различных мистификаций. Речь идет об изгнанничестве. Клару преследовали церковники и инквизиции. Испанскую инфанту Черубину де Габриак – конкуренты, претендующие на трон. Как мы видим, Испанская легенда выглядела предпочтительнее британской, немецкой или французской, потому что казалась экзотикой. В тот момент никто как-то не задумывался, что в образе Клары Газуль Мереме зашифровал пародию на поборниц женских прав и политических свобод. И даже более конкретно, пародию на воинственную Мадам де Сталь, сражавшуюся с Наполеоном. Песни Иокинфа Маглановича Мариме Мэ так понравилось писать мистификации, что в 1827 году он вновь прибег к этому приему, сочинив книгу "Гузла" или антология лирических стихотворений, собранных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине. В этой книге автор умело подделал фольклорные мотивы, что отчасти можно объяснить детством писателя, проведенным в Далмации, когда его отец служил у маршала Мормона. Французский писатель подошел к делу с добросовестностью ученого, грамотно составил примечания и приложения. Было замечено, что эти примечания намеренно не точны, а сам сборник как будто лишен привычной стилистической легкости, но это также было сделано для придания научной работе большей достоверности. Почти все примечания издателя были составлены самим Мэри Мэн на основании путешествия по Далмации Аббата Форти. Мэриме сообщал в предисловии, что путешествовал с другом по землям южных славян, изучил их язык и традиции, восхищался их мужеством и любовью к своему краю, а также их народными песнями и преданиями старины, в которых увидел искренность и первозданные корни бытия. Поэтому он перевел для французов часть этих песен. Также к песням была приложена биография некоего Иокинфа Маглановича, песни которого Мэри Мэ перевел на французский. По словам Мэри Мэ, этот Иокинф был гусляром, знавшим множество фольклорных преданий. Конечно, хитроумный писатель руководствовался романтическими вкусами публики, которые ему, блестящему стилисту, были хорошо известны. Это экзотика, любопытство ко всему неизвестному и неосвоенному, тяга к фольклору и древности. В этом отношении Балканы стали благодатной территорией. Западная Европа, прошедшая несколько ступеней культурного развития, давно лишилась заветных уголков, где можно было отыскать чисто народные корни. А в славянских государствах, часто претерпевавших нашествие и угнетения, единственным способом сохранить свою самобытность было бережное отношение к фольклору и народным корням. Но даже эта мистификация – свидетельствовал о серьезном интересе Мэри к славянскому фольклору. Он начал изучать нравы южных славян, легенды и поверья еще в начале 1820-х годов. Это говорит о том, что мистификация невозможна без знания материала и профессионального мастерства. Только так ему удалось ввести в заблуждение многих знатоков фольклора. Биографов Мэри удивило, с какой доверчивостью Многие литераторы отнеслись к выдумке 23-летнего писателя. Он настолько умело воспроизвел чужую поэзию, что ее невозможно было отличить от подлинника. В первый сборник входили исторические песни о борьбе славян с турками, о разбойниках гайдуках и о кровной мести. Боярышник рода Велико, Смерть Фомы второго короля Боснии «Видение» Фомы II, «Короля Боснии», «Храбрые гайдуки», «Битва у Зеницы Великой», «Экспромт», «Соролепы и Черногора», «Побратимы», «Гадания», «Черногорцы», «Конь» Фомы II, «Умирающий гайдук», «Милыш Облич», «Грустная баллада о благородной супруге Асанаги». В сборник «Бытовые песни» вошли пять сочинений. «Морлок в Венеции», «Погребальная песня», возлюбленная Донизича, Баркарола, импровизация и Маглановича. Французские читатели, безусловно, в наибольшей степени оценили третий сборник о колдовстве с глази вампирах. Господарь Меркурий, красавица Елена, Максим и Зоя, дурной глаз, пламя Перрушича, прекрасная Софья, Ивко, Константин Якубович, вампир, любовник в бутылке, кора Али вампир. Волшебное ружье. Бан Хорватии». Стилизация под перевод удалась превосходно. И так называемые иллирийские песни имели большой успех в Европе. Жертвами этой мистификации стали два других великих автора – Александр Пушкин и Адам Мискевич. Александр Сергеевич Пушкин, не слишком жаловавший французских литераторов, из которых одного, Мольера, он считал вычурным и манерным, а другого, Гюго, бездарным и неестественным, делал для Проспера Мериме исключение. Они были близки по стилю и методу. Оба любили мистификации, оба брали для своих произведений загадочные легенды других народов, оба тяготели к отточенной форме и стилистике. Но главное их сходство, думается, заключалось в даре стилизации и мистификации. Для обоих это было чем-то вроде легкого и приятного развлечения, обмана доверчивого читателя. Когда есть талант, сочинить стилизацию или мистификацию нетрудно. Неудивительно, что Пушкин, не чуждый литературного обмана, повесть покойного Ивана Петровича Белкина, сам попал в эту сеть. Пушкин и Мицкевич приняли Гузлу за собрание славянской народной поэзии и, в свою очередь, захотели перевести некоторые песни на свой язык. Мицкевич перевел балладу «Морлок в Венеции» 1828 год, а Пушкин включил в песни западных славян перевод с французского «Одиннадцати поэм Гузлы». Тут нужно оговориться, что упомянутые славяне территориально были для Мариме южными, а для Пушкина — западными. Позднее Мариме ответил и Пушкину, и Мицкевичу на их ошибку, своеобразно посмеявшись над ними. В своей мистической новелле «Локис» о человеке-медведе он поместил очередную мистификацию. Пересказ баллады Мицкевича «Трое будрецов», схожий с Гузлой, героини Мариме называет литовской народной песней, а в примечании писатель дает ссылку и на Мицкевича, и на перевод Пушкина. К обоим обманутым поэтом присоединился собиратель устного творчества, немецкий ученый Герхард. Он перевел сочинение Мэримена на немецкий язык в полном соответствии со стихотворным размером и в комментарии написал, что автору удалось в Гузле открыть оригинальный размер иллерийского стиха. Впрочем, нашелся все-таки один скептик. Еще один великий поэт. Это был Иоганн Волевкан Гьоте он опубликовал в газете литературный анализ Гузлы, в котором подверг сомнению подлинность далматинских песен. Но самое главное, он догадался, что слово «гузла» — это не более чем анаграмма слова «газуль». Впоследствии говорилось, что догадливость великого немца объяснялась письмом Мариме, который намекал на свое авторство. Когда же об этом узнал Пушкин, он был совершенно поражен и через своего друга Соболевского, жившего в Париже, стал выяснять подлинную историю происхождения песен. Сам Пушкин, как известно, за границу не выезжал. Мариме ответил Соболевскому письмом, в котором сообщал. «В 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Италии. Мы набрасывали карандашом на карте наш маршрут. Так мы прибыли в Венецию, разумеется, на карте, где нам надоели встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Триест, оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки наши были почти пусты, и это ни с чем не сравнимая скорбь, как говорил Рабле, остановила нас на полдороги. Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать его книготорговцу, а вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собирание народных песен и перевод их. Мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу пять или шесть таких переводов. Так постепенно составился томик, который я издал под большим секретом и мистифицировал им двух или трех лиц. Мериме не страдал излишней скромностью, поэтому снабдил второе издание Гузлы комментарием, в котором упоминал обманутых им литераторов. Пушкин на это ответил, что не грех быть обманутым в достойной компании. Читая строки его авторского перевода, невольно представляешь себе ни молодого и не старого, а, скорее всего, сорокалетнего гусляра с сербскими усами и проницательным взором, поющего о судьбах своих односельчан, и подводящего итог долгой, как дорога жизни. С Богом в дальнюю дорогу. Путь найдешь ты, слава Богу, светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. В конце концов, любой персонаж, будь он мистифицированным или вымышленным, становится у талантливого автора частью реальной жизни. К тому моменту мистификации под романтизм сочиненные с большой долей насмешки над вкусами читателей, входили в моду. Романтизм, утративший обаяние первозданности, умел огрызаться. Его преданные читатели обвиняли авторов, отошедших от направления, в утрате воображения, скучном бытописании, пристрастии к грубым деталям. Надо было очень осторожно приучать таких читателей к новому реалистическому направлению. Молодой помещик Белкин Больше всех от нападок пострадал Пушкин. Он первым воспринял необходимость смены литературного подхода к действительности. Но его поэма «Цыганы» не впечатлила читателей, и в первую очередь читательниц. Им больше нравились страсти кавказского пленника и бахчисарайского фонтана, чем пыльные дороги Бессарабии и проблемы кочующего табора. Лишь в 1830 году Пушкин вновь вернулся к переводу романтизма в реализм, на этот раз прозаическому. Очевидно, тонкая ситуация требовала именно такой формы. Но теперь он был осторожен и прибег к мистификации. Так появился тихий и скромный Иван Петрович Белкин, бывший военный и неудачливый помещик, которого обирали все вокруг, от старосты до ключницы. Впрочем, Белкин не унывал и не особо заботился о своих хозяйственных делах. Ему больше нравилось собирать всякие истории. Подозрительное литературное изящество повестей сглаживалось отсутствием фантазии у незнакомого автора. Он ведь не придумывал, а записывал чужие рассказы. Однако повести все равно привлекли внимание общественности, а товарищи Пушкина начали выяснять, кто же такой этот загадочный Белкин, о котором никто до сих пор не слышал. Поэт намеренно сделал Белкина человеком своего поколения. Он 1798 года рождения. По стилю довольно легко узнать возраст автора и его принадлежность к определенной генерации. Самой увлекательной частью книги, кажется, именно та, которую читают последние или же вовсе не читают, а именно предисловие. Обычно хитроумный автор сочиняет мистификацию от имени неизвестного лица, но в конце концов сам начинает в это верить, перевоплощается в автора, свое второе «я», и приходит к необходимости сочинить его биографию. Так появилось жизнеописание самого Белкина, не менее ироничное, нежели его истории. Но в этом самом предисловии скрытая подсказка, замаскированная хронологическая ошибка. Говорят, Пушкин любил маскировать такие ошибки в датах. Сосед Белкина пишет издателю. «Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я чести 23-го всего же месяца». Но под письмом стоит дата 16 ноября. Выходит, сосед Белкина написал ответ на письмо за неделю до его получения. Впрочем, невнимательные читатели едва ли обратили внимание на такую мелочь, как и на все пушкинские намеки и детали. Неумение Белкина следить за своим поместьем, его неприличное дрему в кресле в тот самый момент, когда доброжелательный сосед распекал его старосту, непрактичность и полное равнодушие к быту сложились в единый образ одинокого, так и не вышедшего из детского состояния, сироты, о котором некому было позаботиться. Казалось, его интересовала только возможность записывать удивительные случаи, найденные на пыльной дороге, подслушанные в таверне, выпутанные у случайного попутчика. Но есть один момент, который выдает Пушкина с головой. Даже записывая чужие истории, Иван Петрович Белкин не мог с такой точностью владеть стилем, деталями, оборотами, вводными словами. В этом тексте говорит буквально все и нет ничего лишнего. Например, повесть «Метель». Неискушенный читатель может подумать, что это очередная романтическая история несчастной любви двух молодых сердец, бедного прапорщика и обеспеченной провинциальной барышни. Однако вот они детали. Автор описывает Марию Гавриловну как стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Налицо грамматическая ошибка в употреблении Несочетающихся по смыслу однородных членов. Но автор не случайно допускает эту ошибку. Что мы можем сказать о девушке? Почти ничего, а в такой ситуации даже слово «семнадцатилетняя» становится характеристикой. Из этого следует вывод: героиня настолько типична и заурядна, что едва ли могла свести с ума прапорщика. Ни умом, ни талантами, ни красотой она не отличалась. Единственное, что мы о ней знаем, что она была воспитана на французских романах и следственно была влюблена. Главным здесь является слово «следственно», потому что мы вновь имеем дело с совершенно нелогичным тезисом. Из чтения романов не может следовать влюбленность. Однако такова логика эпохи. Читающие французские романы барышни быстро находили объект для воздыханий, и чаще всего военного, пусть это даже нищий прапорщик. Такую же роль играет вводное, почти лишнее слово «разумеется», играющее здесь роль утверждающего глагола. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезной, заметьте их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Такую же роль играет слово ⁇ естественно ⁇ Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку. И в первом, и во втором случае слово «разумеется» становится ключевым, потому что подчеркивает авторскую иронию. Влюбленность героини объясняется чтением книг, а влюбленность героя — имущественным состоянием избранниц. Неудивительно, что именно прапорщик Владимир становится инициатором побега и тайного венчания, поступок для дворянина бесчестный, поскольку для него — это единственный шанс поправить свое финансовое положение. Это не заурядная романтическая история для доверчивых девиц, а правда жизни. Но способен ли на такие тонкие намеки Белкин? Едва ли. Потому что для ясного видения болезни эпохи и умения осторожно донести мысль до читателей нужен был Пушкин. Это ведь его насмешливые отступления об уездных барышнях которые в звоне колокольчика у ворот видят целое приключение. Это и комические диалоги утонченной барышни Лизы и ее грубоватой служанки Насти в «Барышне-крестьянке». Только у Пушкина грубоватый русский дуэлянт мог называться патриотическим именем Сильвио — дуэль, а скелет маленького капитана уважительно именоваться Петром Петровичем Курилкиным — гробовщик. До этого никогда не додумался бы уездный помещик Белкин, собиравший чужие байки и безвестно умерший на тридцатом году жизни от лихорадки. Сочиненный в счастливый момент Болдинской осени повести Белкина вершина пушкинской прозы и ее недостижимый, совершенный идеал. Поэт написал пять повестей в течение двух месяцев. Первым стал «Гробовщик», 9 сентября 1830 года, пародия на готические романы. Затем была закончена сентиментальная история «Станционный смотритель» 14 сентября. 20 сентября автор написал сентиментальную повесть «Барышня-крестьянка», в которой видятся мотивы карамзинской бедной Лизы, но с водевильно счастливым финалом. 14 октября был закончен «Выстрел», ставшей первой повестью. В «Выстреле» отчасти читаются мотивы Мариме, Мэ, но гораздо меньше драматизма, тем более что у этой дуэли ради дуэли жертвы нет вовсе. Да и не может быть, это ведь фарс, а не трагедия. Собственно, Сильвио, центральная романтическая фигура, является жертвой самого себя. Пустая обида на превзошедшего его соперника выливается в бессмысленную злобу и жажду мести. А когда мстительность героя оказывается удовлетворена, он утрачивает цели и начинает искать героической гибели на войне. «Метель», написанная последней, 20 октября, совершенно оригинальна. В первую очередь, преданием стихии роли провидения. Но в ней, как и в повести барышни крестьянка присутствуют детали «Ночи ошибок» Оливера Голдсмита. Водвильные подмены, переодевания, неожиданные признания и заблудившиеся в непогоду герои. Это тот же самый назидательно-комический фарс XVIII века, воздающий хвалу добрым и хулу злым, только попавший в русскую провинциальную реальность, где ошибки готовы совершать все. Смерть поэта Смерть самого Пушкина в силу своей таинственности тоже стала объектом различных теорий и мистификаций, из которых наиболее выделяются две версии. Первая гласит «Ищите женщину» и отсылает нас к той вечной истине, что нет ничего опаснее обиженной дамы. Вторая восходит к тайне заговора и касается религиозного господства в мире. Кто же эта самая обиженная женщина, погубившая поэт? Считается, что ею была экзотическая дама и далее политика, урожденная де Обертей, незаконная дочь графа Строганова и португальской графини Доенгаузен, супруги камергера португальской королевы Марии I. Однако говорили, что это тоже мистификация, самой Идалии, которой хотелось иметь аристократическую родословную. А на самом деле ее матерью была то ли французская модистка, то ли грезетка. Словесные портреты дали ей достаточно точен. Она была известна в обществе как очень умная женщина, но с очень злым языком, в противоположность своему мужу, которого называли Божьей коровкой. Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшего ей всюду постоянный, несомненный успех. По словам Петра Ивановича Бартенева, она питала совершенно исключительное чувство ненависти к самой памяти Пушкина. Но почему? Иной раз ненависть можно объяснить одним лишь внутренним неприятием. Человек входит в залу, где собрались другие, и сразу ощущает чуждый себе элемент, чье-то враждебное поле. А дальше все слова не в попад, все мысли выворачиваются наизнанку, все суждения переиначиваются, и вы понимаете, что от этого человека надо уйти, чтобы вовсе с ним никогда не встречаться. Но пребывание в петербургском свете было подобно существованию в колонии строгого режима. Здесь все упорядочено, регламентировано. Отсюда никуда не денешься, и каждый день будешь видеть одних и тех же людей. И далее отличалась необычной внешностью. Яркая, чувственная блондинка с голубыми глазами и прекрасным цветом лица. Типичное дитя южного солнца. В то же время дамы Петербурга выглядели иначе. Они были похожи темным цветом волос, тонкими чертами и северной бледностью. Бледность, порожденная климатом, почиталась за эталон красоты. В Евгении Онегине поэт написал портрет некой Нины Воронской, которую он назвал Клеопатрую Невы. Этой Нине противопоставляется своей естественностью, не отличавшаяся красотой Татьяна Ларина. Прототипом Нины Воронской была жена оберпрокурора Елена Заводовская. Зная в чем достоинство Татьяны, можно предположить, что Заводовскую Пушкин пожурил за то самое вульгар, которого не было у его центральной героини. Однако и Заводовской он был увлечен. Единственной дамой, которой поэт не питал чувств, оказалась и далее политика. Пушкин испытывал к политике какую-то брезгливость, смешанную с презрением. В 1836 году ее муж стал полковником, и скучающая офицерша развлекала себя интригами, очевидно, во вред своему обаянию. Наталье Гончаровой и далее приходилось троюродной сестрой, и поначалу Пушкин воспринимал ее благодушно, как родственницу жены и приятную даму. Что же случилось потом? Причины этой ненависти нам неизвестны и поныне, — писал пушкинист Щеголев. Петр Бартенев отметил в 1880 году, ссылаясь на слова книги Невяземской, «Кажется, дело было в том, что Пушкин не внимал сердечным излиянием. И однажды, едучи в карете на Великосветский бал, чем-то оскорбил ее. Существует еще одна версия, которая сегодня кажется нелепой. Дамы обожали, когда Пушкин писал им стихи в альбом. Он не отказывал никому, кроме политики. Но однажды уступил ее уговору. Когда она заглянула в альбом, то увидела дату под стихотворением — 1 апреля. Обидевшись, и далее решила отомстить поэту. Достаточно ли такого ничтожного повода для столь жестокой мести? По тем временам, возможно, достаточно. Позднее Бартенев хотел выяснить у Идалии причину ее ненависти, но та, узнав цель визита, отказала ему в резкой форме. Она тогда проживала в Одессе у брата, и когда там установили памятник Пушкину, заявила, что пойдет и плюнет в этого изверга. Когда Наталья Николаевна из-за Дантеса оказалась в сложном и неприятном положении, она готова была принять помощи совета от кого угодно. Дантес преследовал ее повсюду, выведывая у подкупленных им слуг, куда она поедет. Куда бы она ни отправилась, ухажер устремлялся за ней. Карамзины намекнули ей, что им неприятно принимать супругу своего друга и товарища в компании ее ухажера. И тут кузина и далее дала совет. С ним надо встретиться и поговорить. Ему надо объяснить, что его поведение неприлично. Можно подумать, Дантес сам этого не понимал. И далее предложила устроить встречу у нее дома, а потом ускользнула, создав скандальную ситуацию. Литературный вет Старк считал, что именно и далее автор анонимного Пасквеля, который дал толчок всей той ситуации, которая в конечном итоге закончилась гибелью Пушкина. Но не слишком ли много стратегического ума было у этой дамы, чтобы обвести всех вокруг пальца? Или петербургский свет обветшал настолько, что мог вспыхнуть от одной поднесенной спички? Пушкин в тот момент находился в какой-то изоляции. Его мучила творческая депрессия. А в свете все сторонились в ожидании продолжения скандальной истории с Дантесом. Поэт к такому не привык. Он всегда был с друзьями и влюбленными женщинами. Вокруг него было много народу. Теперь его окружали люди, в которых больше любопытства, чем участие. Еще одна версия событий кажется исторически дерзкой. Геккерн и его приемный сын Дантес, будучи масонами, явились в Россию с тайной миссией – уговорить государя подписать папскую унию. Легенда гласит, что для успеха предприятия посланникам Ватикана необходимо было заручиться поддержкой самой яркой дамы света. Потом эту загипнотизированную католицизмом даму уже в качестве внутреннего агента они отправляют оказывать влияние на императора. Интересно, что нечто подобное, возможно, даже не подозревая о том, написал в своей эпопеи Лев Толстой. Вспомним те эпизоды «Войны и мира», где первая красавица петербургского света Элен Курагина обратилась в католицизм. Такой звездой света в эпоху Золотого века оказалась Наталья Гончарова. Тем более, что и сам император был под впечатлением от этой дамы. Оказывал ей знаки внимания, хотел сделать своей фрейлиной, чего опасался ревнивый Пушкин. Из всего сказанного следует, что Дантес вовсе не был одержимым влюбленным. Он лишь всеми силами пытался осуществить свою миссию а Пушкин оказался в этой политической игре вообще случайно. Просто женился не на той женщине и от этого пострадал. Кто же в таком случае писал анонимные письма с целью вызвать гнев поэта? Сторонники масонской версии о заговоре католической церкви считают, что эти письма создавались в домашних кабинетах глав русской православной церкви, желавших удаления двух папских посланников из Петербурга. Почерк никому неизвестного секретаря из епархии никогда бы не вызвал подозрений. Возможно, эта версия, сторонником которой был профессор истории Вишневский, смахивает на шпионский роман, однако своя логика тут есть. К тому же довольно частой причиной гибели великих людей становится недоразумение случайное совпадение всех обстоятельств Манифест тысяча восемьсот шестьдесят второго года в мае 1862 года некий Центральный революционный комитет одобрил распространение радикальной прокламации Молодая Россия студента и арестанта Петра Заичневского. В этом деле было много неясностей. Никакого Центрального революционного комитета не существовало, как не существовало и большевиков. Была только сама прокламация Молодая Россия. Сочиненные в Тверской тюрьме, арестованном за беспорядки Петром Заячневским. Годы жизни 1842-1896 сыном помещика Орловской губернии, студентом физико-математического факультета Московского университета. Заячневский был политически активной личностью, руководил студенческим кружком, который создал вместе с товарищем по университету Периклом Аргиропула, Кружковцы занимались выпуском запрещенной политической литературы. Петра арестовали в июле 1861 года. Прокламация была написана им в тюрьме, а потом переправлена на волю и с мая 1862 года распространялась между людьми. Переправить ее из тюрьмы не составило труда. Камера Заичневского с утра до вечера посещалась его друзьями, поскольку законы здесь царили весьма свободные молодая Россия произвела впечатление на современников открытой приверженностью социализму и угрозами революционной расправы. Последовавшая вслед за ее выходом череда пожаров в Петербурге позволила приписать их революционерам. Все это вместе вызвало изменения в общественных настроениях и способствовало новой волне борьбы с революционным движением. В листовке, названной впоследствии революционным манифестом якобинцев, студент призывал к государственному перевороту. Выход из этого гнетущего страшного положения, губящего современного человека и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения — основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Прокламация открыто призывала к захвату Зимнего дворца и истреблению всех, кто там находится. Это было самое левое издание 1860-х годов. Журналист Василий Кельсиев писал, что молодую Россию никто не хвалил, но думавших одинаково с нею было множество. Ей в вину ставили только то, что она разболтала, о чем молчать следовало. Возникали вопросы. Что это за мифический революционный комитет? Зачем было распространять прокламацию на неподготовленной почве? Какую цель имеет эта агитация? Прокламация была напечатана в тайной типографии Рязанской губернии и распространялась в Москве, Петербурге и провинциальных городах. Будущее России виделась как федеративная республика, то есть союз областей, состоящих из земледельческих самоуправляющихся общин. Фабрики и предприятия станут общественным достоянием. Народы получат самоопределение, налоги будут взиматься в соответствии с законами. Прокламация Заичневского была резко осуждена либеральной печатью того времени и даже Бакунином и единомышленниками Чернышевского. Петербургский журнал ⁇ Отечественные записки ⁇ писал в ноябре 1862 года, что неизвестный автор ⁇ Молодой России ⁇ принес правительству столько пользы, сколько не могло принести ему в совокупности усердие всей полиции, и что реакционеры владеют теперь страшным пугалом ⁇ Молодой России ⁇ Всех пугал Мифический Центральный Комитет. И никто не верил, что автором этой прокламации был просто арестованный студент. Исторический человек Козьма Прутков. Достаточно благополучно сложилась история самой долгоживущей и в то же время самой откровенной литературной мистификации в истории русской литературы. Причем речь здесь идет не только о явлении, известном как постиж мистификация, но и о своеобразном гетерониме, вымышленном авторе, поскольку этот неутомимый персонаж стал автором басен, Звезда и брюха, Незабудки и Запятки, а также проекта о введении единомыслия в России. Едва появившись на свет, Козьма Прудков проявил себя не только как плодовитый автор, но и как весьма амбициозная личность. Теперь его невозможно было поставить на место, заткнуть или уничтожить. Дата его рождения считается 11 апреля 1803 года. Его дед, отец и дети все были склонны к написанию статей, трактатов и стихов. Творения Козьмы выходили в 1860-х, 1870-х годах в журналах «Современник», «Искра», «Приложение к Современнику», «Свисток» и других. Также о Козьме было известно, что родился он в деревне Тентелевый возле городка Сольвичегодска владел поместьем на хуторе Пустынька рядом со станцией Саблина. Обычно при создании мистификации главным козырем становится невероятная мешанина реального и вымышленного. Читателям и даже опытным литераторам бывает трудно разобраться, что из этого придумано, а что на самом деле существует. Литератор Прудков появился на свет рядом с реальным городом Архангельской губернии, а стал быть, и сам претендовал на реальность. Создателями этого ужасного литератора были писатель Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья, художники Александр, Алексей и Владимир Жемчужниковы. Благодаря этим четверым Козьма Прутков смог опубликовать свое собрание сочинений и превратиться в патриарха литературы. Авторство басен «Пастух, молоко и читатель», «Незабудки и запятки» приписывают также пятому члену кружка, рано умершему от военных ранений штабс-капитану Александру Амосову. Позднее исследователями говорилось, что такой фигуре, как Амосов, было посвящено незаслуженно мало времени, а все авторство Жемчужниковы приписали Толстому и себе. Коли есть биография, должно быть и какое-то лицо. Художники жемчужников Бейдеман и Лагорио присоединились к тайному союзу и создали знаменитый портрет литератора и реформатора Прудкова. Этого выдающегося по плодовитости и силе мыслей графомана цитируют до сих пор, уж очень его нелепые максимы отвечают жизни. Нельзя объять необъятное, зрив корень, не верь глазам своим. Легенда гласила, что, прослужив в гусарах в начале 1820-х годов, Козьма с 10 на 11 апреля 1823 года увидел во сне бригадного генерала, который поднял его голову и повел за собой на вершину горы, где стал примерять на него разные материи, а потом предсказал ему новую службу. Под воздействием электрического удара во сне Потрясенный Прудков понял зов судьбы. Он ушел в отставку и отправился служить в пробирную палатку Министерства финансов, где оставался до своей смерти. Он стал статским советником, а потом директором пробирной палатки и очень не любил всяких новшеств, которые именовал так называемыми вопросами. Особенно его потрясли реформы 1860-х. Однако, увидев, что ничего особо не изменилось, Козьма успокоился и даже сам стал предлагать всякие проекты, чтобы отличиться и прослыть новатором. Если же проекты его не находили должного признания и уважения, он впадал в отчаяние и приписывал свои неудачи завистникам, а потом писал мистерию сродство мировых сил. Скончался Козьма 13 января 1863 года от последствий нервного удара, случившегося с ним в директорском кабинете Пробирной палатки. Он прожил на свете 60 лет в непрерывных трудах, служа в военном и гражданском ведомствах. Отличие этой мистификации от других заключалось в том, что явление Прудкова не было тайной. Все прекрасно понимали, что такого литератора не существует. Это ведь был публичный, общественный персонаж, с завышенным самомнением, а вовсе не затворник или отшельник. Он активно варился в обществе и поучал это общество, а следственно не мог оставаться невидимым. Для Толстого и Жемчужниковых он стал чем-то вроде литературного развлечения, оттачивания сатирического мастерства. Когда он этому творческому квартету надоел, они попытались устроить ему достойную смерть, однако не тут-то было появилось множество подражателей, сочинявших за них и приписывавших Козьме все новые и новые афоризмы, лишенные того таланта, который вкладывали в него создатели. После смерти Алексея Константиновича Толстого появилось последнее произведение — «Краткий некролог» и два посмертных произведения Козьмы Петровича Пруткова, подписанные безутешным племянником выдающегося литератора — Калистратом Ивановичем Шерстобитовым. Писатели умирают, но их герои бессмертны. Это можно сказать и об ужасном казме Прудкове, полюбившемся разным поколениям двух веков благодаря этим великолепным максимум. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Одного яйца два раза не высидишь. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. И, наконец, самому краткому наставлению. БДИ! Приключения испанской инфанты в России В 1909 году редакция символистского журнала «Аполлон» стала получать стихи от таинственной испанской аристократки по имени Черубина де Габриак. В стихах точно описывалась католическая Испания времен инквизиции, рыцарства и войн крестоносцев. Всех потрясали красота поэтессы, ее высокое происхождение, фанатический католицизм, мистицизм, духовные страдания, откровенные чувственность и демоническая гордость. Редакция журнала Аполлон была потрясена и заинтригована. Никому и в голову не пришло, что это могло быть розыгрышем. Редактор Маковский напечатал ее стихи двумя большими циклами. Ее успех был грандиозен. Стихи высоко оценили Иннокентий Анинский и Вячеслав Иванов. В стихах описывались Испания времен Инквизиции, рыцари, крестоносцы, мистицизм, аристократическая красота их автора, и ее откровенная сексуальность и гордость. Несколько месяцев Маковский получал изысканные письма со стихами в траурной кайме, переложенными сухими травами и цветами. Вдыхая аромат этих трав, Редактор окончательно потерял голову и признавался. Убедился окончательно, что давно уже увлекаюсь Черубиной вовсе не только как поэтессой. Когда Черубина, вздумав уйти в монастырь, уехала на две недели в Париж, а потом молилась на каменном полу и заболела воспалением легких, Маковский от беспокойства сам чуть не умер. Черубину много раз пытались вычислить. То проводили опрос во всех особняках на Каменном острове, то дежурили на вокзале, когда она должна была уехать за границу, то присылали ей приглашение на выставку, где надо было расписываться в гостевой книге. Все было напрасно. Выставку посетил кузен поэтессы, португалец со странным именем Дон Гарпия Демонтилья, оставшийся незамеченным. На вокзале опознать девушку не удалось. Никто никогда не видел прекрасную испанку, наполовину русскую по происхождению. Это возбуждало, и каждому хотелось нарисовать в воображении портрет своей мечты. Наибольший интерес в кругу авторов-аполлоновцев возбуждали признание намек и намеки прекрасной незнакомки. Она происходила из древнего царского рода, была необычайно хороша собой, томилась на чужбине и несла крест Избранничества и мучительной любви. С моей царственной мечтой одна брожу по всей Вселенной, с моим презрением к жизни тленной, с моей горькой красотой. Публикации вызвали в литературной среде настоящий ажиотаж, стремление, во что бы то ни стало узнать, кто эта таинственная дама, увидеть ее. Но даму тщательно скрывали, ведь ей грозила серьезная опасность со стороны агентов испанского двора. Стихами Черубины бредили поэты и живописцы. Художник Константин Сомов предлагал приехать к ней на квартиру с завязанными глазами и написать ее портрет. Иннокентий Анинский писал в предсмертной статье «Пусть она даже мираж. Я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой черной склоненной фигуры с веером около исповедальни. Недаром боялся известный поэт. Из второго номера журнала были выброшены его стихи, их заменила подборка стихов Черубины. И 30 ноября обиженный корифей поэзии умер от инфаркт. А между тем никакой Черубины до Габриак не существовал. Это был лишь псевдоним, творческий образ маленькой и хромой преподавательницей гимназии Елизаветы Дмитриевой, женщиной, не слишком интересной внешне, но мистически настроенной и очень образованной. Она знала языки и средневековую литературу, изучала испанскую филологию в Сорбонне. Внешне Дмитриева совсем не напоминала принцессу. Круглощекая пышечка с вечно удивленными детскими глазами-пуговицами. Но экзотика в ее происхождении все же была. Хоть она и родилась в небогатой дворянской семье акушерки и учителя чистописания, умершего от чехотки, но со стороны отца ее предками были шведы, а со стороны матери — украинцы и цыгане. Восемь лет детства Лиза Дмитриева страдала наследственным недугом отца и не могла встать с постели, а потом на всю жизнь осталась хромой. Но, несмотря на внешность и хромоту, она умела нравиться и завела романтические отношения с Максимилианом Волошиным и Николаем Гумилевым, с которым познакомилась в Сорбонне. Они оба просили ее руки, причем Гумилев любил ее больше, чем Ахматову. И уже будучи помолвленным, вновь возвращался к своей страсти. Коктебель, как, как и петербургский салон Вячеслава Иванова «Башня», были в то время средой обитания поэтов. Там они задумывали свои розыгрыши и хитрости. Мистификация о Черубине да Габриак родилась в Коктебеле, в доме Волошина, летом 1909 года. Там они вместе продумали детали, а Волошин стал ее соавтором и убедил держать в тайне истинные обстоятельства. Происхождение имени объяснялось чисто литературно. Черубины звали одну из героинь американского писателя Бретта Гарта, «A Secret of Telgraf Hill», а Габриак был крымским морским чертиком, выточенным из корни виноградной лозы. У Волошина был такой коктебельский сувенир, который он подарил Дмитриевой. Для пущей таинственности первое письмо со стихами заговорщики подписали буквой «Ч» и в таком виде послали Маковскому. Дмитриеву позвонила ему по телефону и чарующим голосом представилась. По ее словам, у нее были бронзового цвета кудри, бледное лицо с тонкими чертами и яркими губами. Она была католичкой 18 лет, воспитывалась в монастыре, а ее деспотичный отец доверил надзор за ней монаху и иезуиту. Девушка писала, что она королевских кровей, и ее преследуют, поэтому она вынуждена скрываться в России, вдали от родины. За этим явно скрывались придворные интриги испанского двора. Три месяца 1909 года сентябрь, октябрь, ноябрь стали эпохой Черубины, по словам Марины Цветаевой, которая назвала Черубину Байроном в женском обличии, но даже без хромоты. Причины невероятного успеха испанской принцессы заключалась в отсутствии в те годы заметной женской фигуры на поэтическом Олимпе. Серебряный век нуждался в таком женском образе, поскольку эпоха была уже феминизированной, а место королевы Салона оставалось вакантным. Позднее место Черубины заняли Ахматова и Цветаю. О разоблачении Черубины говорят разное. По одной версии, сгорающий от любви и любопытства Маковский и работавший в Аполлоне переводчик фон Гюнтер с помощью гипноза выведали у Дмитриевой тайну. Гюнтер с ней доверительно беседовал, и она вдруг вспыхнула и призналась. Он не поверил, даже усмехнулся. И тогда Дмитриева предложила, что позвонит в редакцию и спросит у редактора о нем. «Вам этого будет достаточно?» Он проверил и услышал, что Черубина называла его имя. По другой версии, поэту эссеисту и идеологу символизма Михаилу Кузьмину удалось выведать номер телефона Дмитриевой. Маковский вначале не поверил, но позвонил по этому телефону, и ему ответил тот самый волшебный голос. Поэтесса изумленно воскликнула «Вы? Кто вам сказал?» Вместо того, чтобы посмеяться над своей доверчивостью и самой ситуацией, обрести жизненный опыт, и, наконец-то, повзрослеть, поэты всерьез разозлились на обманувшую их женщину. Маковский много лет не мог простить Дмитриеву и считал, что его, серьезного, уважаемого человека, выставили на посмешище, как мальчишку. В своих записках он с содроганием вспоминал появление страшной химеры вместо закутанного в вуаль божества. В комнату вошла сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поясни страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива. Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность. Вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. Когда оказалось, что за псевдонимом скрывается женщина, не соответствовавшая эстетическим фантазиям поэтов и литературной публики, ее стихи, считавшиеся до этого верхом совершенства, утратили ценность и померкли. В Аполлоне появилась последняя подборка стихов Черубины с заключительным стихотворением «Встреча», подписанным настоящим именем поэтессы. На его накинулась критика та самая, которая же успела назвать ее лучшей поэтессой и будущей женщиной. Оскорбленные поэты злословили в ее адрес. При этом, коль скоро была она так нехороша собой, как об этом писал Маковский, отчего же ее, именно ее, а не Черубину, любили и Волошин, и Гумилев? Значит, была в ней та самая загадочная женственность, которая трогает сердца. 19 ноября в мастерской художника Головина в Мариинском театре Петербурга произошел инцидент. На полу лежали декорации Головина «Корфею Глюка». Этажом ниже пел Шаляпин, а член редакции «Аполлона» Максимилиан Волошин выяснял отношения с другим членом редакции Николаем Гумилевым. Спор закончился пощечиной Гумилеву. Через три дня должна была состояться дуэль впрочем, поединок выглядел несколько комично. Секундантами Волошина были князь Шарвашидзе и Алексей Толстой, а секундантами Гумилева Михаил Кузьмин и Евгений Знос-Коборовский. Местом поединка стала новая деревня, символично расположенная неподалеку от Черной речки, где стрелялись Пушкин с Дантесом. 22 ноября в 6 часов вечера был назначен поединок. Но все пошло не так. Машина Гумилева застряла в снегу. Он стоял поодаль в шубе и цилиндре, наблюдая, как секунданты и дворники вытаскивают машину. Волошин, взявший извозчика, тоже застрял в сугробе, поэтому пошел пешком, из-за чего потерял калошу и объявил, что в одной калоше стреляться не станет. Секунданты кинулись искать калошу. Наконец все прибыли, калошу отыскали. Толстой был перепуган и отсчитывал шаги как можно длиннее. Гумилев крикнул ему, «Граф, не делайте таких неестественных широких шагов!» Потом Гумилев промахнулся, а у Волошина курок дважды дал осечку. На том дуэли закончилась к полной радости Толстого. После этого появилась легенда, что оба дуэлянта ползали по снегу в поисках калоши, пока не примирились. А Волошин приобрел прозвище «Вакс-калошин». Это была последняя дуэль в истории русской литературы. Больше всего Дмитрия его ранило заявление Маковского, будто бы стихи за нее писал Волошин. Тем самым редактор хотел показать, что женщина вовсе не способна на столь тонкие, изящные и чувственные строки. Бедная женщина покинула литературные круги и оставила поэзию. Она была разочарована нетерпимым, полным злого сарказма и высокомерия, миром задетых за живое мужчин. Несколько лет они не слышали. В 1915 году, вернувшись к творчеству, она написала Волошину «Черубина никогда не была для меня игрой. Черубина поистине была моим рождением, увы, мертворождением». Смерть Черубины до Габриак могла бы обратиться пышными похоронами, на которых звучала бы одна великая музыка — Павана на смерть инфанты испанского модерниста Мариса Равеля. Долгое время творчество Черубины считалось второстепенным по отношению к литературному скандалу вокруг ее имени. Это имя на долгое время было забыто, и только в последние десять лет появились публикации ее стихов и жизнеописания. В 1911 году Елизавета Дмитриевна вышла замуж, совсем не за поэта, за инженера-миллиоратора Всеволода Николаевича Васильева и взяла его фамилию, что избавило ее от нападок и ненужной славы. После замужества она уехала с мужем в Туркестан, много путешествовала по Германии, Швейцарии, Финляндии, Грузии. Ее поездки были связаны с делами антропосовского общества. В 1921 ее вместе с мужем арестовали и выслали из Петрограда за дворянское происхождение. В Екатеринодаре она познакомилась с Самуилом Маршаком и возглавила объединение молодых поэтов. Вместе с Маршаком она писала пьесы для детского театра, занималась переводами, встретила своего будущего библиографа Архипова, который собрал и издал все ее творчество. Ему она писала пространные письма, которые впоследствии были изданы. Они напоминают и роман или дневник, полный впечатлений и красок той эпохи. В июне 1922 года она вернулась в Петроград в последний раз. Работала в литературной части Петроградского тюза, занималась переводами с испанского и старофранцузского. В 1923 написала повесть о Миклуху Маклае «Человек с луны». Потом она работала в библиотеке Академии наук. Однако в 1926 году начались репрессии против русских антропософов. Дома у поэтессы произвели обыск, конфисковали книги и архив, а ее саму выслали на три года в Ташкент, где она продолжала писать стихи, полные мистических переживаний, обреченности, «Тоски по утраченному Петербургу». В Ташкенте она создала еще одну мистификацию. Написала цикл стихов «Домик под грушевым деревом» от лица вымышленного ссыльного китайского поэта Ли Сян Цзы. Эту идею ей предложил в 1927 году переводчик-китаист Щуцкий десять лет спустя расстрелянный. Смерть Дмитриевой и Васильевой – оказалась столь же туманной и мифической, как и ее вымышленные образы. Она заболела раком печени и попала в ташкентскую больницу имени Полторацкого, где и умерла, не дожив до конца ссылки. Поэтессу похоронили на Боткинском кладбище Ташкента. В 1972 году ее захоронение с небольшим крестиком сфотографировали. Позднее могилу пытались отыскать, но ее уже не было некому было ухаживать, и, скорее всего, это место сравняли с землей и перепродали другим клиентам. Единственное, что осталось от ее физической памяти, это фотография скромного надгробия и стихи. И я умру в степях чужбины, не разомкну заклятый круг. К чему так нежны кисти рук, так тонко имя Черубины? Веселые поджигатели. Это произведение сейчас почти забыто. Точнее, было бы забыто, если бы его не обнаружил и не прокомментировал известный литературой и телеведущий Дмитрий Быков. Большие пожары столь долгого забвения явно не заслужили. В самом деле, будь они даже не слишком даровиты, они были бы интересны уже как прецедент в истории литературы. А они, безусловно, талантливые и занимательны для читателей. По стилю это произведение напоминает о элиту гиперболоид-инженера Гарина Алексея Толстого некоторые рассказы Александра Избаха и Михаила Зощенко. Итак, что же такое «Большие пожары»? Речь идет о единственном в своем роде коллективном романе Буриме, созданном в духе иронического триллера и фантасмагории одновременно. Буриме ⁇ это литературная игра, в которой каждый следующий автор отталкивается от последних строк предыдущего, а иногда знает и весь предшествующий текст. Таким образом, следующий автор, стараясь не нарушать структуру произведения, вносит что-то новое от себя. Таких авторов у романа Большие пожары оказалось 25. Их перечень напоминает антологию русской классики 20 века. Александр Грин. Леонид Леонов, Исаак Бабель, Алексей Новиков-Прибой, Борис Лавренев, Константин Федин, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Александр Аросев, Сергей Буданцев, Ефим Зазуля, Александр Зорич, Вера Инберг, Георгий Никифоров, Владимир Лидин, Лев Никулин, Алексей Свирский, Михаил Слонимский, Феоктист Березовский, Юрий Лебединский, Илья Ильф и Евгений Петров. Илья Эренбург, Иван Касаткин и Артем Веселый были включены в первый список авторов, но не приняли участие в создании романа. В то же время первоначально в списке не было Вениамина Каверина, Николая Огнева и Николая Лешко. Идея создания коллективного романа принадлежала Михаилу Кольцову, главному редактору журнала «Огонек». В 51-м номере 1926 года он поместил анонс с сообщением о том, что в журнале будет предложен первый в СССР коллективный роман, в котором принимают участие 25 известных русских писателей. Но автором сюжетного замысла был не Кольцов, а Александр Грин, писатель даже для пестрой и авангардной России 1920-х годов исключительный. Произведение Грина маргинальны и потустороннее для советского мира. Даже в фантастике Алексея Толстого обнаруживается советский элемент, замешанный на советском же освоении науки будущего. У Грина все не советское, кругом либо мистика, либо сюжеты перевертыши. Вот ему и захотелось создать мистификацию мистификаций. Неизвестно кем выдуманную историю, а неизвестно кем устроенных пожарах. О несоветской природе творчества Грина свидетельствует даже тот факт, что первоначально действие романа происходило в вымышленном городе с несоветским названием Сан-Риоль. Столь же несоветскими были имена гриновских главных героев – Варви Гизель и Викельберг. Экзотические европеизированные названия и имена Грин, живший в Феодосии, взял из своего неоконченного романа «Мотылек медной иглы», Оттуда же он взял и завязку — таинственные поджоги. Лишь позднее город из сан был переделан в Златогорск. Варвий Гизель стал называться Варвием Мигуновым, а журналист Вакельберг получил фамилию Берлога. Вспомним, что у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» был Берлага. В 1927 году роман опубликовали в журнале «Огонек» главы выходили с первого по двадцать пятый номер, и, начиная со второй главы, текст сопровождало краткое содержание предшествующих глав. С тех пор не вышло ни одного издания, вплоть до следующего тысячелетия. Лишь в 1973 году в журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья Абрама Вулиса «Как были зажжены большие пожары». Но она представляла интерес только для литературы ведов едва ли читатели понимали, о чем в ней идет речь. И вот в сентябре 2009 года, через 82 года, появилась первая отдельная книга, изданная по инициативе главного редактора издательства «Книжный клуб 36,6» Виталия Бабенко. Предисловие к ней написал Быков. Очевидно, в прежние годы переизданию романа все время мешали причудливые зигзаги советской истории, на фоне которой разношерстный коллектив авторов то и дело оказывался несовместим с партийной политикой. Создатель идеи Михаил Кольцов и еще пять авторов – Аросев, Бабель, Буданцев, Зорич, Никифоров – подверглись сталинским репрессиям. 25 глав романа располагались в такой последовательности. «Странный вечер», «Больная жемчужина», «Петька Козырь», творчество гражданина Кулакова, плохие последствия, пять героев пролетарского происхождения, рыжий конь, разговор в отеле Бельвю, на биржу труда, предчувствие, двойник, страшная ночь, человек прошлого, выпавшее звено, итоги и перспективы, без названия, бабочки, сумасшедший дом, златогорская качай, дошел до ручки, павлини, крики, возвращение пространства, «Марсианин. Последний герой романа. Прибыли и убытки». Сюжет коллективного детектива был дерзок и загадочен. В некоем городе Золотогорске в середине 1920-х годов кто-то устраивает грандиозные поджоги. Поиски злоумышленника — это своего рода детектив с элементами мистической загадочности и модного в те годы хоррора. Главным недостатком этого произведения стала чрезвычайная запутанность сюжетных ходов и деталей. Кроме того, каждый автор добавлял новые обстоятельства и новых героев. Это перегрузило произведение и лишило его обаяния простой логики расследования. Безусловно, речь шла о фантасмагории, а не о детективе. Об этом говорило хотя бы то, что орудием преступления все время становились самовоспламеняющиеся бабочки. Контрастное сочетание безобидного с устрашающим, малого с грандиозным является одним из атрибутов сарказма. И в данном случае целью романа было сатирическое изображение провинциального мещанства. В финале жители города жаловались на авторов, обвиняя их в издевательствах а прибывшая московская комиссия, в свою очередь, обвиняла жителей в мещанстве. В СССР постепенно наступало время советского классицизма с московскими комиссиями, которые, как бог из машины, раздавали всем по заслугам и наводили порядок. Завершался роман, главой написанный самим Кольцовым. Особую пикантность детективу придавало отсутствие обязательной детективной развязки. А помещенное в финале пророчество вообще носило двусмысленный оттенок. Продолжение событий читайте в газетах, ищите в жизни, не отрывайтесь от нее, не спите. Большие пожары позади, великие пожары впереди. О каких таких великих пожарах предупреждали авторы, можно было догадаться, хотя едва ли в те годы они... Вкладывали в эти слова какой-то зловещий смысл. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.